I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Пришли на завтрак от Диваш, нас позвали как блогеров. Да, мы сегодня на Диваш и тут как предоткрытие, предварительное открытие. В общем, 2 часа начнется, а мы сейчас за 2 часа пришли, тут много всего они предлагают, и макияжи, и ресницы, да, и маникюры, все что угодно, и все в 4 руки, короче, да. Весело. Сейчас мы вам покажем, в принципе, атмосферку. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Полина, открой ее правильно, если... Мы не открываем душ вот таким аккуратным действием. Это не тот день, как мы открываем душ резко, как, чтобы она открылась со звуком. Слышала? Да, резко, давай. Всем блогерам подарили подарочки. Полин, ты там не знаешь, что там внутри? Я вижу там вот такую вот коробочку, наверное, с таким наполнением. А, да. Да, почему мы вам все покажем потом. А справа делают именные маечки, футболочки. Сейчас пойдем тоже сколько сделаем. Александр, я снимаю. Футболочки. Скажи, лучше так или с этой штукой? Да. Мне, блин, что-то не очень хочется. Не знаю, ну, наверное, сдеваешь лучше. Можно эту штуку, да, пробовать? Такая вот милая девушка нам все делает. Просто душ. И все. Что такое? Сожгла. Сожгла, мне кажется, нас в центре нашего города. Там собор. Полина. Мы сегодня остановились на уличке и решили согреться чайком. Просили меня многие показать Ростов. Вот мы сейчас с Полей. Мы пришли, Полинка. Гуляем по Ростову. Обычный арт-объект. И эта улица называется Пушкинская, греческая церковь. Я туда, кстати, часто хожу. А, ну-ка рассказывай, что это публичка называется, да, правильно? Да, публичка, он греческая церковь. И у них, кстати, молодежка идет по воскресеньям. Кому интересно вообще, это тема греческая. Как называется? Нет, ё-моё! Слушай, мне бы прям сердце в пятки вышло. Андрюк, стой в центр. Вот просто реально. Да не. Ребят, напишите, вы бы так смогли. Команда готова? Да, что, не уверите? Команда готова. Вау! Хорошо упал! Бровки можно сделать, можно, да? Можно делать брови, макияж, но больше всего мы ориентируемся на брови, так как я сама мастер-бровист, и на бровях я просто помешана. То есть брови – это наше все, да? А потом уже иногда сделаешь брови, макияж уже не нужен. Сейчас будут мне делать бровки. Я хотела такие брови, скажем,
Ну, вот какие-то были прямые. Да, прямые, вот какие-то вот такие, короче, мне нравятся. И ну, широкие, конечно. Ну, однозначно мы будем сохранять ваш объем, он очень хороший. Попрямее, я поняла, мы сделаем, можем сделать за счет того, что мы не будем делать сильно глубокую арку, сделаем прямыми бровками. Мы работаем на красителе премиум класса, это краситель Туя, Испания. Краситель является стойким, и это единственный краситель, в котором есть кератин. Больше в других красках кератина нет. И органовое масло здесь присутствует. То есть здесь идет и уход, и окрашивание. Вам убрать ниткой кусочек вокруг брови, чтобы сделать ее более четкой. И мы будем уже стирать и укладывать средствами. Сегодня краска чуть ярче, чем должна быть. Объясню почему. Потому что завтра вы умоетесь, и теперь будет уже намного мягче, более пудровый. Ну, нам нужно это сделать, чтобы краска впиталась. 12 часов желательно не умывать. Краска должна побыть на коже, чтобы хорошо она у нас взялась. Потом вы уже будете умываться, как обычно. Мне очень нравится красиво. С нашими природными данными по-другому не могло быть. Сейчас я только что умылась, и мы будем подбирать мне тональный крем. Здесь это самый большой кайф, то что вам все могут сделать, все, что вы хотите, брови, накрасить вас и подобрать подходящий тональный крем именно вам. Сейчас мы будем этим заниматься. Подбираем мне тональный крем. То есть любая девушка может прийти, и вы ей подберете тональный крем, основу, все-все-все. Да? Нанесу, покажем, если надо, научим, как наносить, что, зачем, куда, в какие точки. Поэтому... Мне уже рассказали, что предварительно нужно нанести тональный крем на руку, разогреть его. Только после этого он будет более эластичный. Правильно? Да. Ну, стороны нанесли. Какой? Тональный крем Paris специально для жирной кожи, Sebum Control. На эту сторону мы наносим минеральный тональный крем с витаминами А, С, Е и К, который подсвечивает кожу у нас внутри, не дает жирного блеска, а именно подсвечивает. Это вот две разные вещи, так чтобы... То есть жирная кожа, она тоже нуждается в подсвечивании, в уходе. Все наоборот пытаются ее замонтировать по максимуму. Ну, на самом деле это неправильно, да, и мы нарушаем процесс вот этого выделения кожного сала. Конечно, не хочется. Еще больше начинает вырабатываться. Да, я это рассказывала на своем канале. И нужно, конечно, однозначно помогать, но уже нужно пользоваться и кремами специальными, да. Допустим, у нас есть крем. Нанесли мы консилер от Бека, который на водной основе, очень легкий. Сначала растушуем его кисти, потом пальчиком. Объясню, почему пальчиком. Бека очень любит активные прикосновения, похлапывающими движениями прикрепляем минералы кожи, они начинают действовать, завершить наш. Нет, такой макияж получился естественный. Ну да, он такой очень носибельный, да, на каждый день, да, это вот так, чтобы выйти и всех удивить. Поразить. Как можно, да, с утра так сиять. Мы завершаем все гелем для бровей, который придаст объем. Уложит нам каждую волосинку. Гель для бровей Сарме, в данном случае он прозрачный. Почему люблю и рекомендую гели для бровей Сарме? Потому что очень хорошая фиксация на целый день и не дает никакого белого налета. Приходите сюда и получаете такую красоту. Бренд Шадор, достаточно новый бренд для России, для Ростова, тем более, это швейцарская марка. Она является омолаживающим брендом, то есть здесь все продукты имеют омолаживающий эффект, потому что косметика составлена на яблочных пептидах. И бренд Beauty Drugs
очень популярный, многие блогеры его любят. Да. Это, конечно, всем известный патч для глаз с биозолотом и жемчугом. Угу. Они действительно по утрам творят чудеса, и не раз спасали и выручали в ситуациях, когда нужно было хорошо выглядеть. Новые карандаши для губ стойкие, их выпустили специально делать эффект амбре. Угу. На губах, то есть и светлые, и темные, их мешаешь, и получается очень даже красиво. Ну и хайлайтер, который любит Виктория Моисеева, всем известный блогер Ковка The Cat. Угу. Выпустили они его совместно, вот, и он такой очень популярный. Большое количество тональных средств, достаточно большая, широкая цветовая палитра, помада, рубанин. Сарме, полюбившийся бренд тоже стал в России. Это американский бренд из Калифорнии. Его любят в Голливуде, так как минеральная косметика, помады Botanical и тени, которые абсолютно натуральные, они не несут никакого вреда коже. Широкий ассортимент, все имеется в наличии. Если что-то, чего-то нет, то, естественно, мы все привозим под заказ или там, то есть, ориентируемся на клиента. Угу. А Калинка у нас еще стенд не полный, тестер не все есть, но их любимые всеми матовые помады, которые держатся от 12 часов и больше, и покрытие у них прям действительно очень матовое, подсыхают они быстро, не размазываются. Ну, это нужно пробовать, и действительно тогда поймешь, что он очень достойный. У них новые тональные средства вышли, кисти новые вышли. То есть это бренд, который не стоит на месте, он всегда развивается, всегда в ногу со временем, с новыми технологиями. HD-текстуры у них есть. Бренд есть DCD Deluxe, называется, это Испания. Это люксовая трихология, то есть решение проблемы заболеваний кожи головы, выпадения волос. И здесь есть средства для стимуляции роста волос. То есть у всех, у кого есть такая проблема, DCD не только спасет, но и решит эту проблему. То есть уже дальнейших проблем с волосами не будет. То есть это лечебная косметика. Марканал всем известно. Да. Мы с ними давно сотрудничаем. Продукты у них тоже очень хорошие. У них есть интересные акции, у них есть сейчас интересные наборы. Тогда при покупке одного масла для объема шампунь и кондиционер в подарок. Небольшого объема, но 70 литров достаточно, чтобы понять свойства этого продукта. Аромат зеленый чай ветивер – это лидер продаж, потому что красивый. Его нужно попробовать. Я вам потом все это обязательно на саше, вы попробуете. Мне уже все сделали, я уже успела зайти в магазин, купить себе вещей, переодеться, ну как обычно. Сейчас покушаю, пойду в кино, что могу сказать, я осталась в восторге. Отметили все мои брови, мне уже все написали, что очень круто, очень классно смотрится. Я долго говорить не буду, потому что я так все снимала, вы и так все сами видели. Что могу отметить? Мне очень понравилась Ирина, которая мне делала брови. Она, конечно, невероятной красоты, просто девушка. И, ко всему прочему, что-то говорить, специалист, мастер своего дела. Мне понравилась сама эта студия, все выполнено очень красиво, очень стильно. Мне что понравилось, то, что там представлены марки, которые вы не встретите в Ростове, и то, что вам могут полностью подобрать подходящий оттенок для вашей кожи, то есть тонального крема, базы, румян, консилера. Кстати, у меня такой классный консилер, наконец-таки я нашла, потому что у меня до этого был La Prairie, потом у меня был какой-то бюджетный, я точно не помню, потом Florence я покупала, и что-то, знаете, вот как-то все не то, здесь прям классно. Я вам потом все покажу, какая у меня косметика новенькая появилась обязательно. Вообще, конечно, место потрясающее, поэтому, девочки, вы сами понимаете, когда вот мы, предположим, идем в тот же самый Левуаль, неважно, в Ревош, в ЛГБТ, вроде бы находим подходящий нам тональный крем, начинаем мазаться, то
приходим домой, и тут выясняется, что это вообще не наш оттенок, какой-то свет не такой, и все не такое. Здесь такого не будет, потому что здесь вам все нанесут, вы все посмотрите вблизи, сдалека, под разными углами, под разным светом, и уже точно сможете для себя решить, подходит вам этот оттенок или не подходит. Также мне очень что понравилось, то, что я для себя почерпнула очень много полезной информации, но, несмотря на то, что я бьюти-блогер, но я, конечно же, не визажист, поэтому я многих нюансов не знаю. Я такой же человек, как и вы, я смотрю и нахожу информацию также в интернете, я извиняюсь. И здесь мне что понравилось, то, что мне Ирина все рассказала. Она мне рассказала, как нужно наносить базу, как нужно распределять тональный крем, как нужно пользоваться консилером, как нужно закреплять весь макияж. То есть, ну, я для себя получила настолько много новой, полезной, классной информации, что я прям очень-очень осталась в восторге. Конечно, я все ссылочки оставлю. Кстати, я сижу в Грилле Гарден, не могу сказать, что это какой-то излюбленное место, просто собираюсь потом пойти в кино и сейчас покушаю. Напишите мне вообще, как вам понравились мои блоги. Вишники. Красоточка. Теперь будем открывать. Ну что, прощаешься, да? Я могу передать. Всем привет! Ура! Наконец-то мы женим в эту эту красотку. Девичник в самом разгаре. Гулять только, гулька только начинается, так что все нормально. Вы помните, в прошлом году я выиграла конкурс «Мисс Дукаскопи», и сейчас для меня выпала честь стать решающим голосом в выборе чирлидеров. Я свой голос отдаю, барабанная дробь, Дарье Кананухе. Я считаю, что эта девочка очень достойна, она мне безумно импонирует. Сразу хочу сказать, что я всем-всем девочкам желаю удачи. Я помню, как вчера, насколько это было волнительно. Я лично сама не могла следить за этапом голосования, но в любом случае я хочу всем вам пожелать удачи. Так, девочки, по поводу коробочки красоты, по поводу конкурса, по поводу подарков, кто же будет победителем? Сейчас вы все об этом узнаете, я буду все делать при вас. Хочу сразу сказать всем большое спасибо за то, что вы принимали участие. Я читаю ваши сообщения, мне безумно приятно за ваши теплые слова. Вот все ваши комментарии, их очень много, все они развернутые. Думаю, что телефон, да, не видно, отсвечивает. Давайте я буду на ваших глазах все листать, чтобы мне потом не писали. Дарья, так, вот. Юлия Федорова. Увлажняющий крем, сыворотка на гелевой основе, с СПФ, увлажняющая восстанавливающая маска для волос, матовая помада для губ нюдовая, средство для кожи вокруг глаз и скраб для тела. Очень люблю скрабы, очень много смайлов. Так, Юлечка, я вас поздравляю, сейчас надо все это у нас сфотографировать, чтобы не забыть. Так, следующий у нас победитель будет. Опачки, какой большой комментарий. Назарова Татьяна. Так, ну что, Татьяна, я вас поздравляю. О, давайте выбирать последнего победителя. Так, давайте вот так вот. Опачки. Инна Белоусова.
Так, мне очень нравится ваш канал, вы молодец, все. Желаю вам добиться всего самого хорошего. Победительницы, я поздравляю. Спасибо огромное, что вы принимали участие в конкурсе, что вы меня поддержали. Мне безумно приятно. И я также хочу сказать, что я в своем инстаграме проведу такой же конкурс. Я буду разыгрывать коробочку красоты. И я еще добавлю продукты, которые мне безумно понравились за последнее время. Не в эту коробочку, потому что это будут большие продукты, а отдельно. Так что у нас такой получится хороший, интересный, классный подарок. Поэтому, если вам интересно, то подписывайтесь на мой инстаграм, ждите, и скоро-скоро я буду разыгрывать коробочку. Я вас всех люблю, целую, спасибо, что вы со мной, спасибо, что вы смотрите мой канал. Карин! Страшно, вообще-то. Черная жемчужина. Ну ладно. Поехали. Будем рухать в коробку. На борда. Здрасте, заигрывай. Я надеюсь. Какой молодец, он везет нас. Это? Настоящий мужчина. Кто настоящий мужчина? Вот, мальчик. Ты хотел... Ни в коем случае. Настоящий мужчина. Кто еще спрашивает? Мы на речи. Я тоже Я да. Вообще занимался греблей в детстве. Да, мы же видим, как ты занимаешься греблей. Не-не-не, чувак, смотри, нам туда. Эля, ты посмотри, он еще и управляет. Я хожу на молодежку. Покажу вам. Вон наши уже ребята собираются. В 7 часов у нас молодежка. До этого был молебен. Здесь мы сидим, читаем Евангелие. Пошифрованы такие, чтобы не загрожено. А все остальное, вот эта вся часть книги, это ее стихи. Это если вопрос, какое душевное спасение и вообще вечной жизни. И, конечно, такие образцы, как мученица Татьяна, они, входя в этот мир, останавливают его сумасшествие. Самый важный, наверное, поле, который мученик дает, это чудо некоторое показывает другим, что человек на самом деле нравственно вырвется из круговорота вот этого вот служения самому себе. И мне кажется, что если молодой человек сегодня обращается к этому святому и хочет найти для себя очень много поучительного, он не только должен повторить, вы знаете, я тоже буду благотворителем, и тоже два раза в неделю буду кому-нибудь помогать. Хорошо, и два помогать, раз, и три, и много раз помогать. Но ребенок – это самое главное. Самое главное – всю свою жизнь, без остатка, переделать так, чтобы она была угодно.